Добрый день! Сегодня будет у нас на обзоре кроссовки. Такие кожаные, натуральная кожа, как заверяет производитель. Сами кроссовки называются Adidas Durama 6 Lever. Lever, то есть кожа. Внешне сейчас быстренько пробегусь, покажу. Сам производитель позиционирует кроссовки как беговые, но я бы, конечно, не относил бы их беговыми. Так, для повседневной носки по всему периметру кроссовка идет кожа натуральная. То есть сейчас покажу. Такая вот вставка, очень необычная от производителя. То есть он демонстрирует кожу саму. Такая вот мягкая кожа, шероховатая по виду, ну такая с прослойками, то есть так вот она выглядит. Здесь такие пластмассовые вставки, три полоски. То есть по всему периметру кожа, здесь немножко усилен носок, прошита двойная строчка, так можно сказать для прикола. Мягкие шнурки, мягкие, то есть развязываться не будут, очень мягкие. Стелька тоже мягкая, такая плотная. На официальном сайте вообще удивило то, что здесь MI написано, как для, ну, отсек под адаптер Mi Coach. Здесь черная надпись, видимо, вот эта версия для Европы, там у них на сайте для Америки, ну, просто не меняли эти картинки, как обычно, все на торопях. Здесь такой вот значок Adidas, здесь сама модель Durama. Вообще модели Durama — это беговые кроссовки, ну, средний ценовой сегмент и бюджетный, то есть разные. Вот эта версия из кожи. Кожа, я подумал, сначала такая синтетическая, но какая-то очень странноватая на ощупь. Отзывы читал, ну, пишут нормально, ничего не лопается при ходьбе на сгибе, говорит, более-менее все нормально. Ну, как и обычно, в принципе, кожа. Чисто позиционировал бы эти кроссовки как для повседневной носки. Примерный диапазон, наверное, температур от минус, допустим, 5-10 до плюс 10-15, летом можно в дождливую погоду одевать. То есть вот такой вот расклад, ну, дождливую и плохую какую-нибудь погоду. Промежуточная подошва конкретная, амортизационная. Из этил винила цитата, амортизация просто конкретная. Адипрена плюс ставка, то есть это улучшение отталкивания при ходьбе, при беге. И дополнительная амортизация. Модель сама сделана с таким расчетом, подойдет для нейтральной пронации и для гиперпронации, то есть у кого плоскостопие. Чтобы нога не завалилась в этом, в этой части, сделано как бы большее поднятие, чем здесь. И за счет этого ваша нога не заваливается вовнутрь. Я думаю, многие обращали внимание, да, у многих не то, что, как бы сказать, стаптывается, а просто, ну да, и стаптывается, и нога за то, что завалится вовнутрь, у вас получается вот эта часть вообще стирается конкретно. Вы когда идете, вот так вот ноги, то есть вовнутрь заваливаются, у вас плоскостопие, значит, ну или у того человека, у которого такая вот ситуация. Здесь вот так вот подошва сделана, то есть видите, здесь больше материала, здесь меньше, чтобы нога вовнутрь не заваливалась, то есть дополнительный комфорт, дополнительная защита ваших ног. Так, по протектору. Протектор обычный, универсальный, от Teddy Wear, износостойкий протектор. То есть, мы, конечно, удивили отзывы, кто-то даже умудряется бегать в таких по зиме, ходить минус 20, минус 25, кто-то там требует, почему нету отсека, там кто-то, ну, под датчик Mi Coach, кто-то там, не знаю, ходит в жару в таких, то есть, ну, не знаю, это как бы позиционируется как, ну, то же самое, как и ZX 700-750 по температурному режиму, только немножко по, наверное, выше режим. Внутри идет такой мягкий подклад,
небольшой для дополнительного комфорта. То есть для повседневной носки, для плохой погоды это вообще просто конкретный хороший вариант. Плюс то, что они стоят не очень дорого. По ценам примерно, ну не знаю, всегда по-разному. 3,5 тысячи, ой, не 3, 4,5 тысячи, там 4 тысячи даже, где-то 5 стоят. На официальном сайте было 4,5, сейчас 4. У меня такие стоят в районе где-то 2,5, там плюс-минус 100 рублей. Ну, то есть всегда по-разному, конечно, в зависимости от сезона. Пятка очень плотная, стабилизатор пятки хороший, мягкий такой. По стельке сейчас посмотрим. Что же стелька какая тут у нас? Так, стелька по толщине. Вот такая вот. Из этиловинилацетата, очень мягкая. Написано running. Для бега, конечно, я бы не стал брать. Кто в таких будет бегать? В плане того, что зимой в них не побегаешь, так как протектор практически прямой, а летом будет жарко. То есть это явно не для бега. Так, такой вот прикольный черный подклад, прошитый. Первый раз такое вижу. Прикольно сделано. То есть такая вот стелька по толщине. В принципе, для своей цены кроссовки вполне должны отработать. На 5 баллов. Так, все прошито по всему периметру. Проклеено хорошо. Здесь как бы проблем не должно быть. Защита от плоскостопия, хорошая амортизация. То есть вот основные преимущества. Для плохой погоды, думаю, в самый раз будет. Сгиб не лопнет. То есть кожа, в принципе, нормальная. Такие вот кроссовки черные. Кто любит черные кожаные кроссовки, я думаю, обязательно к покупке. Такой вот обзор. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.